Всем приветики. Как через Audacity удалить фоновый шум в аудио в какой-либо записи? Это можно прослушать. Левый и правый. На фоне слышен шум. Чтобы его удалить, нужно выделить место, где нет голоса, потому что вот все эти всплески звукового спектра — это какие-то звуки. А там, где их нету, там идет просто полосочка, и на этой полосочке как раз-таки тишина, в которой и слышен фоновый шум. Поэтому выделяем ее, идем в эффекты, подавление шума и получить профиль шума. То есть оно получает уровень шума. Затем, после того, как оно получило уровень шума, нам нужно выделить все для того, чтобы снова перейдя в подавление шума, он применил ко всему файлу. То есть сначала мы получаем, выделяем фрагмент, где есть шум, получаем слепок как бы этого шума. Потом выделяем все и снова переходим сюда. Для чего мы все выделяем? Потому что именно на выделенном пространстве он будет применять удаление шума. И нажимаем уменьшить. Теперь оно уменьшило. Слушаем. Левый и правый. Стало тише, но все еще есть. И поэтому нам нужно еще раз применить. Опять выделяем все. И просто повторяем. Нажимаем повторить. И прослушиваем. Левый и правый. Все. Вот и все. Шума, можно сказать, вообще нет. Левый и правый. Да, его на самом деле нет. Вот как-то так. На этом все. Всем покедово.